Вы знаете, почему я хотел поговорить про этот город, то, во-первых, мы сейчас все в нем, сейчас мы все с вами москвичи, и город наш очень непростой. Вы смотрите, понравились слова постоянно, но мне кажется, они очень правильные. Потому что если ты хочешь узнать, кто ты есть, и если ты побеждаешь в Москве, считай, ты победил что-то очень высокий. Надо понимать, что столица в любом государстве – это мека для тех людей, которые хотят заработать себе, ну, например, плащ капитана Мушкетёров. Ну или быть как сестра Кэрри в первом ряду Канкана, но быть первым. И когда вот эти люди едут в Москву, я считаю, это лучший вообще позыв, который может быть. Потому что если мы вспомним многих москвичей, то на самом деле их родиной является Кострома. Да, если взять там, не знаю, наших передвижников Ярославль, да и многие-многие другие города. Но в конечном счете они очень часто оседают в Москве, потому что столица дает всегда большую возможность. Я думаю, что именно когда люди едут для того, чтобы стать лучшими, для того, чтобы получить лучшее образование, стать классными мировыми специалистами, это совершенно нормальное явление. Другое дело другое, что очень часто в наш город приезжают люди, которым плохо на родине. У кого нет на родине работы или какие-то другие сложности, трудные бытовые условия, неинтересный род жизни. И вот не дай бог, вот это уже немножко плохо представить. Потому что люди приезжают сюда не проявить себя, а в некотором случае спрятаться. Знаете, как условно говорят, да? Ну где мы? С кем-то прошел и в маленьком городе, да, уже все судачат. А Москва кажется большая, все можно спрятать, грехи свои можно спрятать. А многие люди приезжают в Москву и при этом продолжают любить свою родину. Им плохо в Москве, а отсюда и расписывают в лифте, и мусорят, и многое-многое делают. Нужда заставила людей приехать в Москву. Это совсем другие москвичи. Надо сам день понимать, что в столице не так и много плюсов. Ой, ну это просто то, что я в Москву Артур 38 лет отработал. Орден не мой, а орден Москву Артур. На самом деле я вижу всего два плюса, которые есть в большом столичном городе. Первый плюс – это то, что рядом есть большой театр и ему подобное заведение. И второе, что можно четко детализировать и совершенствовать свою профессиональную деятельность. Но вот давайте разберемся. Да, есть большой театр. Но если мы проведем простую арифметику, сколько в Москве и области проживает людей? 19,5 миллионов человек. Плюс каждый день в Москве до 3 миллионов гостей. Я складываю книги. А еще, понимаете, есть такие нехорошие люди, как театралы, которые не раз в жизни сходили в большой театр, а умудряются сходить на каждую премьеру, а на любые спектакли еще по 2, по 3 раза. И отсюда, если посчитать, то рядовой москвич в жизни может сходить в театр 1 раз в 90 лет. Ну, если взять просто количество мест и поделить на тех людей, которые хотят или бывают в Большом театре. Поэтому, на самом деле, этот первый плюс оказывается немножко такой. Да, есть Большой театр. Да, на нем есть Аполлон на квадриге. Я много раз ходил мимо. И вообще, если говорю, а вот захочу и пойду. Ну, не больше того. А вот второе, если ты живешь в городе Урюпинске, знаете, есть такой город, да? Нет здесь из Урюпинска никого. Я встречал еще людей, просто сказали, в вашем возрасте. У нас был такой анекдот, когда там один студент не мог сдать марксизм-ленинизм, не знал ни Ленина, ни Сталина, ни Маркса, и профессор его спрашивает. А вообще, вот молодой человек, вы откуда? Он говорит, я из Урюпинска. Ну, профессор задумался, а может все бросить и поехать в Урюпинск? Вот, есть. Ну, ты журналист, например. В Урюпинске, но есть Урюпинская правда. И все. Ну, сейчас появился интернет, немножко больше стал. А в Москве ты свою профессию, ты журналист, можешь писать телевидение, радио,
опять же, интернет, радио много, специализироваться можешь писать о спорте, можешь об архитектуре. И в данной ситуации это сложно, это надо добиваться. Но это только можно именно в крупном городе, тем более в столице. А вот минусов как раз в столице очень много. Во-первых, когда ты едешь в столицу, ты должен понимать, что ты постоянно пребываешь как в коммунальной квартире. Мало того, в эту коммунальную квартиру к соседям, к тебе лично постоянно приезжают гости. Вот приблизительно такое состояние ты испытываешь, когда живешь в Москве. Но в ваши годы это неплохо. Я помню, в ваши годы я жил на Арбате, в коммуналке. Специально от родителей съехал. Там у меня весь архитектурный институт в гостях был, и не только. Ну, а вообще-то это определенная нагрузка. И 3 миллиона гостей вот этих, они постоянно в городе. Хочешь ты, не хочешь, и ты должен понимать, что такие вещи, как суета, как те лица, которые ты не хочешь видеть, они всегда будут рядом. И плюс второе. А опять же, синдром Большого театра. Да, мы смотрим телевизор, мы знаем, что идет Московский фестиваль, мы знаем, что есть другие какие-то мероприятия, а секьюрити стоит, и не всех пускают. Ну, можно с третьего ряда помахать кому-то, да, на красную дорожку, когда они идут, предположим, на фестивале. Да и в магазинах у нас с вами цены, наверное, тоже зайти посмотреть можно, что в мире происходит, да, как с точки зрения еды, так и с точки зрения вещей. Ну, и пойти дальше. Поэтому тоже надо понимать, что фейс-контроль в нашем городе, да, и, соответственно, ценовой аудит, он присутствует. И плюс, дорогие друзья, хотите, не хотите, но вы попадаете в условия промок, вы попадаете в условия ограничений по парковкам машин, и причем это не только у нас. Мы очень поздно пришли к этому, и, например, Юрий Михайлович Слушков просто не решался на это. Он был постоянно в зоне критики. И поэтому он не решался, например, на введение парковки отдыха. Сейчас это сделано, но точно так же ведет себя и Париж, и Берлин, и Лондон, кто угодно. Например, если взять знаменитую мэрию Лондона Фостера, яйцо, там вот мы говорим, да, строим, вот мы строим офисные здания. По нормативу, да, должны быть парковки. Знаете, сколько парковок в мэрии Лондона? 6 мест. Я помню, вот зам мэра Москвы, Владимир Чересин, когда я был зам, он говорит, ну, понятно, одно место для мэра, наверное, у него 5 заместителей, а ему мэр Лондона, Краснояр, это отвечает, нет, это для инвалидов. А я вот приезжаю или на метро, или приезжаю, значит, машина уезжает. Понимаете, да? Это все совершенно то, что есть в жизни. Ну, как говорит замечательный Станислав Ежелец, и собака в столице лает центральнее. Еще одна хотелось бы вещь. Вот у нас очень часто происходит следующее. У нас количество и качество, ну, это еще с марксизма пошло, помните, что там, ну, такой лозунг, я очень плохо помню, но результат. Любое количество, когда это переходит в качество. Вы знаете, мне кажется, в градостроительстве редко минус на минус дают физику. Вот вы знаете, сейчас выросла Москва, да? Появилась большая Москва. Ну, не знаю, насколько это политические решения, но градостроительство это никакого отношения положительного не имеет. Попробую это объяснить. Но зато сразу у нас выросли все показатели. В жизни ничего не изменилось, а показатели-то у нас изменились. Мы же теперь можем говорить, что мы самая зеленая столица Европы. Город, щадящий застройкой. Представляете, при наших 17 этажах и при наших бешеных районах без зелени. А как? Очень просто. Прибавилась Москва. Москвичи. 98%. Да? Потому что их 12 с лишним миллионов человек. А нью-москвичи, те, которые присоединились, в 2 раза больше, в 3 раза почти Москва стала больше, всего 200 тысяч. Соответственно, население у нас ненадолго прибавилось. А зелень-то как прибавилась у нас, да? Мы же теперь дошли до Калужской области. Мы теперь самые зеленые. То есть если взять и разделить одно на другое, количество зеленых пространств на количество москвичей,
У нас самый зеленый в мире столица. Вплоть до зелени добираться, добираться, еще раз добираться. И вот был конкурс международный, может, как-то отдельно поговорить, но он еще есть про него рассказал Сережа Ткаченко. Потому что я в то время уже по этому конкурсу ушел как раз из Москвы, а он анализировал сейчас кандидатскую диссертацию, учтил по этому конкурсу. Дело не в этом. Количество в градостроительстве никогда не переходит в качество. И тем более не имеет никакого отношения к столичным функциям. Вот чтобы понять, что такое наша страна, наш город, давайте сравним некоторые вещи. Вот наверху, Московская область, население 7 миллионов человек, территория 44, да, я посчитаю, кто может прочитать, 44 тысячи, да, наверное, 44 тысячи квадратных километров. Швейцария, Швейцарская конфедерация, 7,9 миллионов человек, а территория меньше, чем территория Московской области. А помните, о чем вы говорите, давайте разработаем генеральный план на Московскую область. Но то же самое же включать, давайте разработаем генеральный план на Швейцарскую конфедерацию. То есть, представляете, масштабы наши приблизительно. А теперь посмотрим, давайте Москву. Территория Москвы 2500 гектар с Новой Москвой. Эль-де-Франс. Ну, я почему сравниваю с Парижем, потому что, если вы посмотрите на план, у нас очень похожа ситуация, как речка течет в другую сторону. У нас Волжский бассейн, а у них, соответственно, течет Сена в Атлантический бассейн, океан. А вот территория, смотрите, Москва, население, на территории 2500 гектар, 11, почти 12 миллионов человек было. Это, может быть, немножко цифр подправил, значит, я делал в конце прошлого года. Территория 12 тысяч гектар, Эль-де-Франс, остров Франции в переводе, да? Ну, типа нашей Московской области, только она немножко меньше, как вы видите, по размеру, да, слегка меньше. А население тоже. Да? То есть, вот теперь давайте подумаем, где там зелень получше будет. Но дальше давайте сравним вообще, если можно, Париж, извините меня, он всего в два раза больше, чем, в три раза больше, чем наша центральная префектура население. А по размеру приблизительно то же самое. Потому что, что произошло? Вот график, который у нас слева. Берем начало века. Да? Население Москвы в начале века сколько было? Миллион с небольшим. Вот, 1901 год, миллион с большим. Париж в начале прошлого века. 2 700 000. А теперь давайте посмотрим, как у нас менялось. По переписи населения я сделал, нет, почему-то в последней переписи населения, когда была Москва, в 97 году выросла в 9,1, в 9,4, да? А Париж даже сократился на 200 тысяч. А извините, да, вот, кто из нас больше тянет на мировую столицу, ну хотя бы моды или культуры? Не, мы одно время себя называли столицей мира и труда. Это было очень трудно объяснить иностранцам, но про труд они еще как-то понимали, а вот мир, особенно в нашем переводе, да, ведь как минимум есть три понимания слова «мир» у русских. Да? Ну, первое – мир у мир. Да? То есть мир – не война. Второе – мир животных, мир людей, мир и так далее, и так далее. И, как у Толстого, война и мир. Когда в миру. То есть, когда мир не война, а общество. Понимаете, да? Вот очень было трудно иностранцам объяснить, почему мы столица мира. А при этом давайте вот посмотрим. Территория Москвы насколько выросла. Вот опять давайте сравним цифры. Территория Парижа как была практически? Да? Извините, я даже не знаю, конечно. Вот, да? Ну, немножко выросла. А знаете, в чем выросла? Когда они построили бульвар Периферик, это наше третье транспортное кольцо. Оно, кстати, по длине то же самое, конфигурация немножко другая. Наше третье транспортное кольцо 35 километров 100 метров, а у них 35 километров 40 метров. Бульвар Периферик, или просто Периферик, как они его называют. Просто когда они кольцо построили, они решили, что вот Париж внутри кольца. Поэтому, так как нельзя было построить по историческим улицам, Париж немножко увеличился. А Москва при этом увеличилась во сколько раз? Это только я еще брал 97 год,
без ситуации. Имеет ли это какое-то отношение к столице? Я думаю, никакого. Ну, вы можете сказать, а как же, да, Большой театр или еще чего-то. А давайте хотим посмотрим. Да, есть Большой театр Москва, а есть Мариинский театр, что он хуже от того, что в Санкт-Петербурге. Или, извините, Ласкалы в Милане. Вроде тоже не столица. Ну, давайте посмотрим, может, отдых, крупная рекреация. Извините, Диснейленд вообще в провинции. Парк Астерикс, Вольд-де-Франс. Да, Ютланд, тем более, тоже не в столице. Может быть, университет, да ничего подобного. Да, МГУ, Москве, ну и что, Оксфорд? Оксфорд, Шерри, да? А Принстон, вообще в Нью-Джерси. То есть это никакого отношения к статусу столицы не имеет. Да, это дает качество городу, но любому, когда это начинает складываться. Я не буду продолжать, но приблизительно все то же самое. Даже можно сказать и про науку. Сколково было не в Москве, стало в Москве. Но извините, по градостроительству одна из последних наших отечественных ошибок. А тогда, что такое столица? А столица, если продать все столицы мира, извините, все 1% от трудового населения. Это те люди, которые работают в Белом доме, которые работают в аппарате президента. Причем это не только это и охрана, это и водители, это повара, это дума, одна, вторая. Где-то приблизительно 1-1.5% в зависимости от величины столицы. Это и вообще, честно говоря, столица величина разве постоянная? Или всегда нет? Ну, пожалуйста, Бонн. Да, Берлин был ГДР. Ну, назначили Бонн на 47-го года, да, по 90 какой-то столицей. Ну, в общем, кто-то столица, сама по себе, да. Астана новая столица, четвертая столица Казахстана. Кстати, казахи считают, что Оренбург – тоже их вторая столица. Но Москва, новая старая столица, сколько лет, да, с 1730 какого-то года, четвертого, кажется, да, по 1918 столица была Санкт-Петербург. Монако – страна, столица. Мы в Брюсселе договорились, что Евросоюз – это там. Поэтому в данной ситуации никакое количество развития города, никакое строительство жилья и многое другое никакого отношения не имеет к качеству города и тем более к статусу столицы. Так, мне тоже нажал. Вот мне очень нравится Жюль Делёз. Мне кажется, очень хорошая словна. Внутри всякого города всегда есть другой город. Но я потом еще покажу, но все-таки сейчас скажу. И вот у каждого из нас есть свой город. Вот у каждого из нас есть своя Москва. И в зависимости от того, как мы ее сложили, мы ее любим, не любим, мы гордимся ей или не гордимся. А мода, вы знаете, вот я бы хотел сказать тоже, наши предки были мудрее. Дело в том, что мы иногда за модой забываем такую вещь, как безопасность. Я не только про каблуки высокие. Это, наверное, женщина лучше знает, да? Наверное, знает. Но давайте посмотрим хотя бы, как мы ценим свое здоровье. Вот видите, две карты. Экология и деньги. Я просто показал кружком. Где самая плохая экология в городе Москве? В центре. Где самые дорогие квартиры? В центре. Значит, для нас мода, престиж – это более высокое, чем твое личное здоровье и здоровье твоих детей. Все ли у нас в порядке с мозгами? Не знаю. Не знаю. Ну ладно, еще в вашем возрасте. Здоровье, кажется, дофига. И вот то, что я хотел сказать, что внутри всякого города всегда есть твой город. И он складывается в тебе, и в городе есть две вещи. Вернее, в нашей профессии с вами, когда мы говорили с вами о образе, да, что мы формируем образ жизни людей, в нашем городе есть две вещи. Это комфорт и безопасность. Ну, если складывается, да, комфорт. Да, ну, в первую очередь, конечно, зависит от твоей малой родины. Во-вторых,
А как ты начинаешь узнавать свою большую малую родину, знания по городу? Вот для меня сначала были Сокольники, потом да, центр и так далее, ну потом весь город. Да, ну, есть что-то личное. Это мои рисунки просто показал. Что-то свыше. Нам с вами свыше на одном рисовать силами. А потом, что ты смог сделать. Вот приблизительно идет эта последовательность. Это комфорт. А в безопасности еще все сложнее. В том плане, что да, и малая родина, и личная остается, и свыше то, что тебе дано. Но если ты градостроитель, если ты архитектор, если ты занимаешься районом, домом, извини, будь любезен. Большая и малая родина становится совсем другой. Это изучение климатологии, это изучение вопросов безопасности с точки зрения, как размещать скорые помощи, а какое расстояние должно быть для милиции. И этим нельзя брезговать. Потому что, опять же, ваша ошибка – это потом неудобство жизни людей. Причем, может быть, в любую сторону. Ну, понимаете, да? Можно не построить отделение милиции недалеко, а не дай бог, если его построить во дворе у кого-нибудь. Да, каждый день слушать людей, песни тех, кого забирают, да, и отправляют потом в отрезвитель. А в конечном счете у каждого в жизни потом бывают и не очень хорошие моменты. Мне, например, досталось, когда горела Останкинская башня, я там 3 дня торчал, и когда горел манеж, мы там торчали, и когда был взрыв на Дубровке, и трагедии, которые были в Гурьяново. Вот это тоже твое. И вот самое интересное, что эти вопросы тоже зависят очень много от профессионализма всех людей, которые делают. Ну и, соответственно, чтобы потом и память была о тех политических событиях красиво, тактично и аккуратно. Вот я хочу привести пример один из жутких дней в моей жизни. Мне Юрий Михайлович ночью позвонил, приблизительно увидели утром. Но это оказалось еще не самое страшное, потому что вы видите, это панельный дом. Да, один подъезд обрушился, но люди даже остались живы, которые были на первых этажах, потому что это панель. Они сложились. Понятно, да? Алкай через неделю взорвали на Кашибке кирпичный дом. Ну, там было просто кирпичей больше ничего. И вот стал вопрос сразу. Вроде что архитектору сделать? Первое задание. Людей надо переселять. Жилье-то все распределено, часть их не отдаст свое жилье, правильно? А у государства было определено, значит, нам было срочно найти, где построить дома. То есть людям отдали все жилье, ну, сразу. А тем, которых отобрали, им тоже надо было дать. А во-вторых, наверное, надо и память отметить, чтобы люди поменяли. И вот мы нашли такую композицию, вот место, где произошла трагедия. На костях строить это нехорошо, не крови тоже. Поэтому на этом месте сразу была поставлена вот такая часовня. К сожалению, там пришлось ставить вторую, такую же, на Кашевском шоссе. Боленский, младший, не одежду это сделал. А дома мы разместили вот так, видите, полукруглым. Не приходя на то место, где произошел взрыв. Потому что, понимаете, жить, когда знаете, что здесь что-то было, это подход к городскому. А вот другая история, например, да, когда то же самое происходит на участниках. Помните аквапарк? Или сам там заработавшись, так мы не решили. 21 человек погиб, тоже все эти девочки были. Но это частный аквапарк. Сейчас опять там аквапарк. Да, поставили часов участников. Назвал всех святых, потому что люди могут с разными именами. А по другим названиям теперь аквапарк существует, он, правда, называется аквапарк, да? А как по-другому? Марион. Да. Вот, ну, ситуация. Ну, а потом появился и храм напротив этого места. Так что, видите, к сожалению, нам приходится иногда работать и вот так. А вот тоже неприятные вещи. Вот, это когда сгорел манеж. Мы ночью приехали как раз. Вот, он мне стал же говорить, ну что, Кузьмин, накрылся свой Бетанкур. Бетанкур – это тот самый инженер, который сделал деревянные конструкции, перекрывшие манеж, до того, как был придуман сопромат. Но он сильно промахнулся, потому что они через определенное количество лет промисли. И вы не помните, а вот ваши педагоги помнят, в манеже всегда стоят подпорки дома.
того, как сгорит под этими ситуациями. Вот вы видите, за год и один месяц вот все вот это мы сделали вот так. Работа была веселая. С утра до вечера, большим коллективом, еще был сделан подземный этаж. Правда, охранники не разрешили там машины держать, поэтому появились дополнительные выставочные площади. А вот за это меня чуть не убили. Потому что, как понимаете, в историческом манеже потолок был светлый. А когда мы вскрыли, я попросил на совете архитектурного выставления вроде не закрывать вот это. Мне кажется, это интересно, и современно, когда есть история, это одновременно жить с конструкцией. Ну а победили мы по мечей компанию следующим образом. Дорогие друзья, ну, у нас есть натяжные потолки. Но если вы не пару возьмете и натянете потом эти потолки, закроете все это. Но в целом, мне кажется, вот это дало определенную современность всему этому объекту. Ну и, конечно, реставрация была сделана очень качественно. Так что вот такие моменты бывают в жизни у архитекторов. Тоже вот очень важный момент. Вот так и был товарищ Анор де Бальзак. Вот. Приблизительно так он охарактеризовал нас. То есть то, что архитектура не всегда отражает автора. Архитектура часто отражает нравы того общества, которое есть на этот момент. Вообще-то сейчас, я как сказал, вот, есть четыре составляющих, которые, как вы знаете, вот играют, когда мы сформируем город. Ну, первое – это власть. Второе – это, соответственно, то, что не было в Советском Союзе – это деньги, это бизнес. Это приблизительно 80% от построенного на сегодняшний день. Да, в жилье даже это больше, в школах наоборот, процентов 10 бизнес, но если у тебя 50 объем строительства, офисы и так далее, то это так. Ну, классно, вот вы знаете, у нас сейчас можно довольно часто говорить, выступать. Ну и, конечно, творцы, то есть мы с вами тоже всего-навсего одни из четырех тех, кто формирует тот облик архитектуры, который делает на сегодняшний день. Mm-hmm. Есть чистый архитектор? Вот я вот такой есть. Как правило, ничего не скроют. Вспомните, да, за них выдающийся великий архитектор Леонидов, да, не построил ничего. Кроме лестницы в санатории, которую строил его друг Гинзбург. Ну и, соответственно, заразился болезнью, свойственной многим творческих людей, людям, многим творческим людям, с ранним концом. Очень часто говорят, я как бы убедняюсь, что есть такой лужковский стиль. Вы знаете, да, реставрация по-лужковски, опять все это дела. Да, да, храм Христа был восстановлен. Про собор мы тоже говорили в прошлый раз, да? Восстановлен. И с вами говорили. Вот, да, вот такой сегодня Пизофар. Да, вот такой Зурабо-Царетевский. Этот. Башенки появились в Москве. Петр появился. Вот это называют лужковский стиль. А вот это нет. Сейчас я. А это же в это время появился тоже. И, извините, это не я ругаюсь, это так фирма называется. Я на Гоголя свое здание построил на Арбате. И Миша Хазанов. Да? И еще раз Миша Хазанов. И подняли скульптуру Мухина, мужчина и женщина, в смысле рабочей колхозницы, так как он оставил в Париже. И современные объекты, и очень интересные вещи, планетарии новые. Извините, и такие высокие. Скурат, например, Сережа. А это как отнести? Это что, лужковский стиль или не лужковский стиль? А дело в том, что мы получили очень все разные. Я вам про это рассказывал. У Лужкова была вся позиция одна. В центре никакого стекла. Он это называл плоскомордием в основном. Но, несмотря на это, пожалуйста, когда здание отражает историческую улицу, единственное, очень аккуратно будьте стекло со стеклом в Москве. Очень аккуратно. Оно, как правило, бывает черным. Это Мишка другого говорил, чтобы поймать лучше. Мы с вами не Барселона, мы с вами не Испания, не Франция даже. Вот посмотрите сейчас на Смоленскую, будете проезжать, где башенка Желтовского. Там сейчас как бы стеклом надстроили, но
если посмотреть на картинки, которые там же расположены, стекло все голубое, сливается с небом, этого как бы нет. А в натуре это черное или коричневое. Климат. Никуда не денешься. Райд вообще относится к этому делу очень серьезно. Вот понтон же, да. И да, вот. У Лужкова были там ключи всякие там вот эти, да? А с другой стороны, извините, кажется, неизвестно. С древом жизни тоже появился в этот момент. И Шемякин своих детей выставил на Болотной площади. А потому что, если говорить про власть, причем даже, будь это власть или власть денег, вкусы, как правило, у власти они одинаковые. Вот давайте посмотрим. Вот вожди. Да? Это собранные, я постарался собрать правительственные дачи, которые строились. Да? Ну как, понятно, да, свитер визит на любимые вожди. А теперь давайте посмотрим бизнес, который сейчас строит. Да? К дворцу нас все тянет. Как не особо к современной архитектуре это идет. Есть белые вороны? Есть. Вот я нашел одну белую ворону. Вот в Прибалтике там такое, вот такая была правительственная дама. У Брежнева была вот такая правительственная дача. Такая. Да? Простенькая, спокойная. Можно сказать, современная. Ну и... Теперь тот друг Доронин для своей Наоми Кэмпбелл построил дом, чтобы она утром встала, а спальня была над деревьями. Вот, я тоже два случая знаю, когда власть захотела свою более-менее современную архитектуру. Но для этого нужно быть, да? Кстати, Брежнев на даче, по моему объяснению, не был ни разу. Она просто числилась. Ну, а... Или надо иметь свою Наоми Кэмпбелл, чтобы появилось такое желание. Еще, вот я говорю, да, мы архитекторы, все. Был замечательный архитектор Сережа Киселев, очень рано ушел из жизни, моментально. Он много хорошего построил, здесь его работы, его черемушки, абстрактные вещи, вот это, да. Остоженки его работы, это недостроенный его комплекс, к сожалению, до сих пор. И вот он мне один раз ко мне прибежал, говорит, Саша, я не знаю, что делать. Ну, он в современных туда работал. Заказчику нарисовал дом живой, а заказчик говорит, Сергей Владимирович, а где башенка? Сергей говорит, а зачем башенка нужна? Заказчик. А как люди узнают, что у меня дом эксклюзивный? Понимаете, да? То есть вот башенка – это не всегда желание архитекторов, а это желание, извините, ладно, выключи, ситуации. Так что здесь все зависит от вас. Вот тоже мне хорошие слова Пруста понравились для писателя, как и для художника. Стиль является вопросом видения, а не техники. Понимаете? Вот. Это как бы и про меня в том числе, да? Ведь вот представьте себе, вот башенки появились. Как? Это Лужков, он башенки. Да нет. Это, знаете, вот как голодный был человек. А потом он оказался на шведском столе. Понимаете, вот не каждый сдерживается и ведет себя прилично. Вот представьте, вы архитектор, типа меня. Да, кстати, он тоже архитектор вообще. Вот, и он мечтал о наборе, да, как он малыш мечтает, а Лего играет в простые кубики. И вот тоже проектирует эти микрорайоны. Кто-то мечтал о Лего, не знаю, Франко Гэри, кто-то про Гауди мечтал. А делать-то это практически было нельзя, а то раз и можно. Вот тут мы во все тяжкие евреи влезли. Есть такой Гриша Резин, мы друг с другом, ну как это, уважительно относимся, но не любим. Он журналист практически, историк, хотя в последнее время, как бы считает себя нашим коллегой, он всех архитекторов, вышла книжка, называется, кажется, то ли Москва, то ли Россия. Москва, кажется, на рубеже веков про архитекторов. Он там как бы классификатор провел по архитекторам. Ну, первые птенцы гнезда тут новые, грады такие, да? Но это я к ним отнесу, там как раз про меня подробно тоже написано, плюсы, минусы и так далее. Ну, нас он особо не трогает, мы там город разберем и так далее. Потом Лужкова стилы такие, которые как бы работали под мэра. Насколько под мэром вы слышали, кроме мэра были другие. Были джентльмены. Ну, это типа Асаш,
да, марш совершенно арестуют. Или Андрей Боков, например. Потом будут художники. Ну, это Скуратов, башню, которую я показывал, например. Ряду и кто-то чудики он назвал. Фильм попал, как ни странно, попал Сережа Ткаченко за Смолилов, дом Яйцовых и за дом на Патриарших. Кстати, если вы посмотрите на дом на Патриарших, это единственный дом в городе, где скульптуры отображают конкретных архитекторов. Вот это покойный Дубровский, это Сережа Ткаченко. А там за углом есть аллегория городостроительства, очень похожая на меня. Накат Европы. Да? Вот постер Захи Хадипа на постовое это дело. Потом были альтернацивцы, к ним относятся такие ребята, как Ушкин, Аватлумов, те, которые остались себе. Ну, Миша Белок, мы будем владеть этой ситуацией, потому что это правда очень интересный человек, про то я сейчас расскажу. Я просто хотел вам небольшую галерею тех архитекторов, с которыми я работал, которых я люблю сейчас. Но первый из них, конечно, друг Леша Воронцов. Здесь сразу видно, что по жизни мы меняемся, Леша на диплом. Вот. И вот он создал одну из вещей, которая, наверное, с одной стороны, критикуется очень много. Но когда был юбилей Московского архитектурного института, нужно было отразить наше время, то именно эта вещь появилась отражая наше время. А рассуждал он очень просто, я не буду брать, у него много работ. Он говорит, Саша, да надоело мне все, Лубянка, КГБ, да КГБ. То Дзержинский, то, извините, вот КГБ, и строили все вокруг, что детские мальчишки, что Макаревич, все, вот все тут КГБ, понимаешь, вот такая казенная площадь. Она же Лубянка, это же Лубок. Здесь были сильные люди, которые приехали из Новгорода. Насильно, правда. Вот. Ну, помните, да, там? Иван Третий, потом Иван Четвертый. Вот она была такая. Лубянка. Не такая, а вот такая. И вот это как раз президент построил. Даже Китай-Коровская башня уничтожена, храм тоже. Ну, ты хочу, чтобы было что-нибудь такое прикольное. Да, чтобы было, ну, люди себя человек, по-человечески чувствовали. Они как, понимаете, так? Лубянка. Или Миш делал потрясающие вещи. Посчитайте, вот этого маленький, а это он исчез. Это человек, который, наверное, выиграл больше всех международных студенческих конкурсов. Вот здесь показаны его работы, здесь я показал, которые выиграли в Европе. Бумажные архитектуры, слышали такое, да? Понятие было. Это было целое направление, начал кирпичок. Влад, он был с нашего курса, потом остался в академике. А ребята немножко все моложе меня, лет на 5, на 6, на 7. Бродский, Уткин, Хазанов, Белов, Аввакумов и многие другие. То есть практически 10 лет все международные конкурсы были выиграны студентами Мархина. Мишка, наверное, больше всех получил вот этих самых дипломов. Моя дочка у него училась. Он бил по рукам, если человек рисовал кривую линию. По рукам бил. Смотрите, какого Маяковского, он говорит, такое было. А потом говорит, Саша, чего я все кривую линию? И вот это то, что он делает сейчас. Смотрите, человек, который бил детей, не то, что за излишество, который бил детей за кривую линию, насколько человек может по жизни излиться. Саша, да орден, да нарисовать капитель. А человек, когда смотрит на хорошо нарисованную деталь, кстати, как он счастье испытывает. И вот его дом, вы знаете его, на Дмитровке. Вот его поселок. Вот его принцесса Турандот на Арбате. И имперский дом в период Харбана. Помпейский дом. То есть, вот видите, как изменения по жизни происходят. Причем он был мастером и здесь. И здесь, извините, если посмотреть деталь, мало кто из современных архитекторов умеет правильно нарисовать ордер. Я знаю Делова, знаю Леонова и Бархина. Диму, все. В остальных это все ближе на карикатуру становится похоже. Я даже не пытался. Ну или Андрей Боков, например, человек, который верен себе, почему я тут сделал, он не меняется. Вот я его сколько знаю, всю жизнь, он какой был, так и видите. Вот. Ну тут есть такие люди. Это как раз из джентльменов.
вот замечательная его вещь, я не все, конечно, взял вещи. Во-первых, он много лет возглавлял Союз российских архитекторов. Вот его ранняя работа в музее Маяковского, представляете, в советское время еще. Потрясающе красивая вещь. А это вот последняя вещь, это одна из последних вещей, это дом фотографий. Если вы знаете, да, на Причистенке есть такой дом фотографий, или как он там правильно называется, музей научный комплекс. Ну да, московский дом фотографий. Смотри, вот там есть такая злобная блондинка. Такая злобная блондинка. Вот. Директор. Почему злобная? Потому что с ней было этот дом строить, это умение можно было. Это ужас просто. Вот. Вот такая вещь. То есть вы видите, да, да, время есть, но есть еще и сам творец, который проявляется. Независимо на время. И не всегда власть может подавить. Но иногда, извините, власть есть власть. Вот тоже интересно, хорошее гадомер. Понятие вкуса теряет свое значение, когда одна пила выступает феномен искусства. Да? Ведь иногда бывает, ты можешь отрицать целый стиль, но какая же вещь тебе нравится. Будет ли сделать это же меньше. А вот интересная была московская практика. Творческое имущество и триумвират был. Многие наши деятели культуры обращались в мэрию. Уважаемый Юрий Михайлович, я творческий человек, я театр хочу. Вы знаете, у меня ломится народ в мою табакерку, посадить некуда. Я понимаю, что театр будет не мой лично, он будет принадлежать городу. Он будет принадлежать городу, но я буду там главный режиссер, или я буду картинную галерею, или, не знаю, или фитнес-клуб. И при этом я передаю городу свою коллекцию. Лузунов, например, да? Или город получит театр, и, соответственно, с другой стороны, бизнес, который хочет что-то построить в городе. И вот их женили. Вот это шло творцу, а вот это шло бизнесу. Вот так были построены в городе за последние годы. Феномен какой был? Вообще нашей стороны, наших людей. Вот перестройка началась, вы не помните, вот как, по какому году рождения вообще? Ну, я помню, я помню. Ну, короче, был какой-то 91-й год. Если что, родители спросите, как рано все с ним что-то торговали. А я тут вся Москва торговала. А в это же время количество театров в Москве увеличилось в 3 раза. В подвалах, на крышах, в студиях. То есть потребности у всех людей разные. И вот как раз в Москве, если посмотрите, за последние годы появилось очень много новых театральных зданий. И построены были они по этому принципу. Вот, например, театр Васильева. Да, на Сретенке. Чем интересен театр? Вот здесь вкладывается уже... Мы здесь видим человека, творца, который вошел. Да? Вот, например, Василий. Он сделал театр Глобуса внутри. У него есть шекспировский объем внутри. Как был, да, в Англии для Елизаветы I, например. Калягин. Меня больше всего ругали вот за этот объект. А это Сан Саныч. Вот такой, видите, он колоритный, очень хозяйственный. Вот он говорит, что я представляю, Александр Ильич, я хочу, чтобы все ряды в театре были разные. И чтобы они представляли все времена, которые были в театрах. Начиная от шекспировских стульев, античные лавки и вплоть-вплоть. Вот так это выглядит весь зал. Долбали меня по черным, но что это можно сделать? И на фасаде я хочу, чтобы прыгало все, что доходит, брызгало все. А, например, Хоменко, который всегда больше смотрел в суть, да, вещей. Ему Сережа Гнедовский, извините. Так, Сережа Гнедовский построил вот такой современный театр, который стоит на Кольте Сити. Я считаю, одна из лучших вещей, построенных в последнее время. Кстати, внутри он довольно коллекционный. Вход, интересно, сверху спускаешься, потому что сделал в рельефе набережной. А, например, Фокин Валерий, он говорит, мне пофиг, я экспериментатор, мне что угодно. Вот построит Гагарин, скажете, да? Вот сзади стоит. Вот там на 6-м этаже театр-студия Фрутич. Она вот так трансформируется, она каждый день может меняться. Видите, да? Вот, например, вот, может так быть, зрители вот так сидят, а может быть вот так.
Он экспериментатор, Фокин, заседатель, что-то искал. А тут опять коллеги. Он такой добродушный. Вы знаете этого артиста, да? Такой добрый, хороший, хозяйственный мужик. Он два театра построил. Он еще на всякий случай построил театр. И выбил из Москвы еще вот тот под, здесь сидит союз театральных. Или Табаков. Тоже. Я не буду. Видите, здесь отражается уже то, что внутри человека. Ну, еще есть другие театры, я не буду. Вот с тобой интересно все театры. Посмотрите, вот, покойного Дмитрия Солохова, продолжал Егор, его сын. Сходите, очень интересный театр. Это Мишлевый сад на Садовом кольце. Ну и кроме этого же, и музыкальный театр будет построен. Я сейчас пройду быстро уже, потому что, ну, вы видите опять, одно дело Спиваков, другое дело покойный Женя Волков. Да, модерн такой. Вот мой любимый объект. Это Буш и Бог. Вот это внутри объект, это снаружи. Это бывший двор. Вот это крыльцо было во двор. Вот это, видите, крыльцо, я там вхожу в одном месте. Вот это крыльцо было во двор, а теперь зал царской ложи. Да. Охранники нас долбали за это по-черному. Но я считаю, что мы сделали здорово. Я сделал, я пробивал. И женщины тоже. У нас все разные. Ну, Вишневская великая. Или Бабкина Надежда. Да, или Людмила Юрьевна. Это тоже театры все появились в Москве. А кроме театров и галереи появились. Галерея Лузунова, он передал все свои коллекции. В общем, две коллекции передал. Он передал коллекцию своих картин. Это просто. Но он был великолепный коллекционер. У него великолепный, знаете, у него Роукотов есть. В личной коллекции, там, например. Понимаете, ну, такие вещи. Он тоже это передал городу. Но город ему за это построил два здания. Шилова галерея. Тоже забавный человек. Ну и Андреаки тоже со своими цветами, тоже получил Академию Андреаки. Понимаете, вот с одной стороны, да, деньги были бизнесменов, а город сколько получил? Ну все здания почему разные? Потому что творцы все разные. Ну и есть люди вообще, как явление. Зураб Константинович Сырты. Да? Вот. Никогда не были? Сходите, посмотрите. Вот видите, да? У него, ну, во-первых, это самострой. Двор перекрыт, у памятника тоже что делать нельзя. Вот, там стоит такое яйцо, яблоко стоит. Вот здесь все, вот, я не знаю, как приличится, в общем, всяко масса. Вот все, как только можно, все там изображено. Вот туда все приходят. Вот здесь стоит мужчина, женщина. Ну, везде стоят, вообще, человек уникальный. С одной стороны, да, он уникальный человек. Я его сейчас видел, еще себя чувствует. Про него можно книжки писать. А вот при этом ведет, сам мастер-класс ведет, приглашает знаменитых художников мира, помогает детским домам, там еще все что угодно. Но когда я вижу его творчество, я вот к нему захожу в мастерство, я у него несколько этих там, у меня когда был главный архитектор, я был вопрос, господи, куда мы все это ставим? Города не хватит, площадей не хватит. Но, видите, ну, такой человек есть у нас. И я уверен, что в истории он точно останется. А вот надо понимать, что не всегда воспринимается твое творчество, да, положительно. Ну, например, против Петра была целая проведена акция молодежи, юношей во главе с Маратом Гельманом. Он собрал, как он сам их называл, пионеров. И против Петра были большие споры, я ему сейчас сама скажу, время нужно, да? Я еще все говорю, поговорю. Или, например, было выступление против вот этого объекта, который скоро был построен на месте дома художников, Фостера. Заказчик была жена Лужкова, и, соответственно, Фостер должен был построить дом «Апельсин». Но здесь была потрясающая вообще демонстрация молодежная. Особенно отличились девушки из творческих вузов, это была зима, было холодно, мне было так жалко. Вот. Ну, они все очень сильно намазали губы и на прощание целовали фасад дома художников. Вот везде, где вот можно было достать губами до бетона, он был весь исцелован разных цветами помады. Я не помню, я помню один раз зимой язык прилип почему-то, очень больно было, но
Они же могут и горячую избу войти, они же могут коня на ходу установить, они могут бетон целовать с чувством. Ну, такие они наши женщины, любимые наши, так сказать. Давно было забавно, все, короче говоря, не построили. Но в некоторых случаях мы и побеждали. Самая битва была на Москве-реке, когда мы побеждали генеральный план города. Вот для всех партий оппозиционных это была политическая карта. Мы отбились, мы утвердили, даже мы получили. Кстати, на днях буквально сейчас продлили наш генеральный план действующий, его разрисовали новые территории большие, то есть не отменили план, который ругали, он сейчас дальше действует, по сути, 2020 года. И вот как раз то, что я говорил, Руслан Рахматуллин, это, так сказать, группа Б2, около Буш. Вот смотрите, как классно, здесь только сжато, вы понимаете, да, экран сжат. Вот представьте, вот это историческое здание, вот это. А вот здесь был двор, без памятников архитектуры, и, то есть, вы понимаете, в разные времена строилось. И вот это был русский ладвор. Был углублен двор. Был углублен двор, как вы видите, ничего не видно. С улицы, и появился такой великолепный зал. Я считаю, это одна из лучших работ в Москве, среди театральных, это точно совершенно. Вот Сережа Гнедовского, это работа. Несколько было очень удачных работ. И немножко еще про одно. Я читать не буду, я сами прочитаете, да? Был такой писатель Ремарк, писал неплохо, грустно, с юмором. Я почему вспомнил про погоду? А потому что когда ты четко понимаешь, что климатология – это одна из главных вещей, когда ты проектируешь. Вот давайте возьмем нашу Москву. В Москве всего 75 солнечных дней в году. Это в отношении стекла на улице. А остальное время что-то приблизительно такое. И вот мне кажется, где мы одно время продвигали эту линию, все сезоны города надо делать. Город под крышей. Это уже мой любимый объект, где я главный автор, это перекрытие гостиного двора. Вот насколько, вот эти вот тоже, мы когда это делали, мы не очень понимали, для чего мы это делаем. Ну, мозги были еще социалистические. Вы знали точно, вы, извините, что здесь мы можем проводить елку, такую под Новый год для всего города. И у нас не было проблем, мы остальное все сдастся в аренду, ну, само место, да, вот хороший. Вот был, в нем сидело 300 организаций, был тихий ужас, они знали. А жизнь по правилам. Итак, здание оказалось жутко, на 3 года вперед расписан каждый день. Потому что там проводит правительство Москвы все основные свои мероприятия. Там проходят самые выставки престижные, которые могут быть. Там проходит Венский бал московский и бал выпускников, этих, которые с золотой медалью. Архитектурные форумы проходят, в том числе дом моделей. Проводят. И даже вот такие мероприятия тоже проходят в гостином дворе. То есть видите, насколько этот двор оказался нужен. Вот даже мясо сдается хуже в аренду, понятно, да, потому что машину не оставишь теперь и так далее, чем двор. А потом и другие появились объекты. Подземная Манежная площадь. Это отдельно мы можем про нее рассказывать, но то, что появился торговый центр под землей, то есть довольно интересно. Очень хороший объект Иванова и Бокрова. Это музей Пушкина, не имени Пушкина, а тот, который на Причистенке. Швидкой, бывший министр культуры, еще живет здесь, проводится архитектурная революция. А этот двор оказался в театре Станиславского. То есть был квартал, был двор. А вот здесь появился такой-то. Ну и появились мосты. Крытые мосты, вот этот Борис Иванович Шитко тоже сделал мост. Так, ну что ж, ну-ка я руку, а сейчас прошу. Ну все, спасибо.